Что можете сказать о 10-м международном? Он юбилейный, это во-первых. А во-вторых, юбилейный — это не значит, надо останавливаться на этом, надо двигаться вперед. Совершенно неожиданно, что в Подмосковье приехало такое количество конкурсантов, обычно все стремятся себя показать где-то за границей, заодно что-то посмотреть, и так радует, что руководители коллективов теперь понимают сегодняшнюю насущность того, что нашим детям необходимо знать все о своей родине. Потому что наши дети очень хорошо знают Черногорию, очень хорошо знают Турцию, но совершенно не знают города в Подмосковье. А у нас есть что посмотреть. У нас свои горнолыжные курорты есть. У нас есть оздоровительные комплексы, такие как Левково нас приняло. У нас есть потрясающие деревни и села с уже великолепной инфраструктурой и театральной, и спортивной, и с бассейнами, с любыми предложениями для детей и юношества. Мало того, наш конкурс отличается от многих, что у нас нет ограничений по возрасту. От 3 лет до 80 лет принимают участие в нашем конкурсе участники со всех областей нашей Родины. И вы знаете, конечно, Морисоль предлагает поехать и в Черногорию, и в Тунис, и во Францию. Но я лично призываю всех вас вспомнить и душой, и сердцем, а те, кто ее не знает, нашу Родину, открыть свою любовь для огромной России. Поедемте в Вологду, во Владимир, в Псков, в Выборг, объедем все. И в Смоленск. И в Смоленск. Обязательно поедем к нашему видеоинженеру Ирине. Обязательно. Поэтому почему останавливаться только на ближайших городах? А Камчатка? А Сахалин? А Салехард? Урал? А Кавказ? Мы туда приглашены, обязательно туда прилетим. Только надо все вместе собраться. А вот. Говорит, мы вас ждем. Мы ждем от души с нашей Ксюшей, которая и заслуженная артистка еще. Южная Осетия. Народная. Вот. Так что... Будет очень интересно. Да. Уделяйте внимание своим детям. И я уже говорила и хочу повториться. Низкий поклон всем тем педагогам и всем тем руководителям, которые нашли в себе силы, желание, сердечность, открытость душевности, строгости, потому что по-другому нельзя, чтобы привлечь самую сложную категорию подростков в искусство. Тем самым они отвлекают их от всех ненужных, нехороших мыслей. Поэтому все к нам в Морисоль. Ура! Оксана Сташенко всегда с вами.